6 семей уже в этом году смогут приобрести собственные квартиры. В Первоуральске успешно реализуется новая региональная программа поддержки молодых семей. Денежные сертификаты нуждающимся вручил глава Валерий Хорев. Алексей, Юлия, Алексей, Программа призвана помочь парам, которые в силу возраста выбыли из федеральной программы «Молодая семья», так и не дождавшись выплаты в Свердловской области. Она действует с 2016 года. Тогда сертификат в Первоуральске получила одна пара, в этом уже 6. Сумма выплаты зависит от состава семьи, варьируется от 350 до почти 600 тысяч рублей. Деньги выделяют из областного и городского бюджетов. Сертификаты можно использовать на оплату ипотеки или в качестве первоначального взноса. В своей очереди на получение субсидий ожидают еще 23 пары. Мы сейчас очень торопимся с приобретением жилья. Сейчас как раз мы рассматриваем квартиры. Вот уже есть вариант, который нам очень нравится. Мы надеемся, что мы уже в Новый год будем встречать в своей квартире. Данное средство можно использовать на приобретение жилья, то есть это индивидуальный жилой дом, либо квартира на территории Свердловской области. Также их можно использовать на погашение ипотечного кредита, уже взятого на улучшение жилищных условий.